Далее наш эфир продолжит прямая трансляция из Бишкека, где с государственным визитом находится глава государства Касым-Жомарт Токаев. Телегрушлер, мамлекет башчылары, азыр расми делегациялармен таанышуусун баштады. Кыргызстан тараптан тышкы иштер министри, президенттик аппараттын жетекчиси, вице-премьер-министр, президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы, куралдуу күчтөрдүн баш штабынын башчысы, Казакстандагы Кыргызстандын элчиси, жогорку кеңештин депутат, экономика министри, транспорт жана жолдор министри, билим берүү жана илим министри, саламаттык сактоо министри, айыл чарба тамак ашоо өнөр жай жана мелиорация министри, ошондой эле маданият маалымат туризм министри делегация кирген. Ну а сейчас церемония приветствия глав государств с членами официальных делегаций. Ну и вот так с казахской стороны в делегации министр иностранных дел, первый заместитель премьер-министра, министр финансов, помощник президента по международным вопросам, посол в Кыргызской республике, помощник президента, министр обороны, министр внутренних дел, министр сельского хозяйства, министр образования и науки, министр здравоохранения, министр индустрии и инфраструктурного развития, министр торговли и интеграции, министр экологии, геологии и природных ресурсов, а также аким Алматинской области и аким Джамбыльской области. Вы смотрели прямую трансляцию из Бишкека, где с государственным визитом находится глава государства Касым-Жомарт Токаев.